Сколько нас? Я один собака. Передали, что на дорожный фонд выделено денег в два раза меньше, то есть три получается. То есть, например, было 150 миллиардов, а выделили всего 50. К примеру сказал, я примерно слышал, что 150 и 50, то есть в три раза меньше.
Я с подъездом стоял. Выставили 6 тонн навозных, надо через город будет ехать.
прямо, да, Саня? Да, да, прямо, прямо. Железные дороги хуярить, блядь. Нам, может, платон брать не будут.
жители и гости города Вяземки. На 295-м километре рядом с заправкой «Лукойл» мы предлагаем вам посетить кафе «Транзит». К вашим услугам грузовая автомойка, стоянка, вкусные домашние обеды, номера различных категорий комфортности, байк с жарким парком, бесплатный Wi-Fi.
Владимирская область.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.